Здравствуйте! С вами «Красота в мелочах». Я думаю, у каждой из вас есть такой вопрос, что делать с теми кусочками, которые остаются от каких-либо изделий, и как их использовать. Вроде как и использовать некуда, но и выбросить жалко. Я вам покажу один из вариантов, как это можно сделать. Берем с вами сантиметр, все то, что из подручных средств. Отмеряем с вами 13 сантиметров в данном случае и делаем небольшой квадрат. Вырезаем, так как ткань не сыпучая, края можно не обрабатывать. Когда-то из такого вида ткани было сшито платье, а теперь из оставшегося кусочка мы сделаем то, что будет украшать ваш интерьер. Вот, наш с вами квадратик готов. Берем такой же остаток кружева и пришиваем по кругу. Закладываем красиво уголочки. И пришиваем по квадрату. Делаем закрепочку и отрезаем нитки. Можно отутюжить это изделие, которое у нас получилось. Я хочу использовать эту салфеточку для украшения на полочке, где будет стоять ваш парфюм или вашей дочери. Буквально несколько минут, и такая красота будет радовать вас каждый день.